Всем привет, с вами Андрей Крамер, и это небольшой мини-обзор пули Focus Module второй версии. Отличие первой и второй версии в том, что во второй используется стекло. Также сейчас изготавливаю собственный геликоид собственного производства. Вес модуля 320 грамм. Ну, по большей степени вес больше из-за того, что используется стекло. Все-таки. Ну и геликоид. Геликоид выполнен из дюралюминия. Фокус-модуль предназначен для работы с различными аноморфотными насадками, будь то компактные насадки, такие как Schneider Cinelux, или большие, типа 35 NAP, Rectimoscope, Miopta. Фокусировка на таких насадках является двойной, то есть при работе вам нужно будет каждое фокусное расстояние настраивать. То есть вы, например, настроились на 3 метра фокусировки, вам нужно перевестись на 5 или 6 метров, вы настраиваете это на объективе и настраиваете на насадке. На Schneider это вообще не очень удобно. NAP по умолчанию никакой не разобранный, он вот таким вот образом стоит, все, у него минимальное 9 метров и все. То есть меньше его не сфокусируешься, только ставить клозапы, но ставить клозапы нужны большого размера. И не очень удобно. Поэтому существует фокус-модуль, который дает возможность работы на любых кинопроекционных насадках и дает фокусировку с 1 метра до бесконечности. У Шнайдера посадочная, значит, диаметр посадочный 70 мм. Это вообще для компактных насадок некий такой стандарт. У фокус-модуля второй версии резьба сзади 80 мм. Здесь переходник, который устанавливается на модуль, устанавливается на насадку. Объектив выставлен в бесконечность, насадка выставлена в бесконечность. И дальше мы работаем только одним фокус-модулем, фокусируясь с 1 метра и до бесконечности. Можно использовать стандартный фулл-фокус. Ход геликоида 180 градусов, что для работы вполне достаточно. Также фокус-модуль спереди имеет резьбу 77 мм для установки клозапов. Для более ближней той же самой фокусировки, то есть можно фокусироваться и с полметра, и еще меньше. И либо можно устанавливать сюда также те же ND-фильтры. Фокус-модуль установить можно, в принципе, и на большие насадки. Здесь делается переходник, и не составит никакого труда установить модули сюда. С вами был Андрей Крамер. До следующих обзоров.